Где паришь? Воды. За мной, Марин. Делаешь лишь фотографировать? Еще есть кто-то за тобой? Так пиво, блин, запариться. А, ну, можно. Как-то вот мне это. Я же слоник. Маринка, ты просто перелетаешь эти камни. Я уронил. Я вот не знаю, вставать или сидя так и сидеть. 29 инч. 22 инча тоже пройдет. Класс, обалденно. Ворота в неведомое. Фотографируют, наверное, что-то прикольное. Да, место действительно красивое. Интересно, а там внутри есть какие-то пешеходные проходы? Есть проходы и печера. Суворовская армия. Это на Халькелах. Игорь Нерздовик, кино не будет. Да ладно. Лена впереди уже всех. Да я иду такой. О, вот он. Яша, вот столбик, его забить не бачу. Отсюда пойдет вниз, да? Да, пойдет. Место, вот представь. Нет, так вот там, Ирак, там же наши столбики. Не кушаем, мы голодаем. По этому поводу у меня есть нескромный вопрос. Ну чего? Ты-то без сумки, я с сумкой, а там еще две банки огурцов. Яша, когда мы с тобой останемся вдвоем, я тогда тебе дам промо. Это записывается сейчас? Все-таки 2 месяца как жена, ты, может, уже возвращаешься в пустую квартиру. В большой семье... Просто это такое дело. Лишь то они есть, то их уже нет. Первый раз видишь, что коты кушают соленые огурцы. Знаешь, ты меня заинтриговал тоже. Ничего себе. Я говорил. Осторожно. Да, камнепад. Так, кто сегодня этот не, самый? Я пас. Да. Тем легко. Можно я приму участие? Все, он там подъехал, не он, я тебе заливаю. Не написала из-за тебя. Нормально? Я пойду всегда. А, ты иди на земле. Да! Игорь, это для тебя! Теперь вручение подарка. Афина, я послушаю представительницы, чем ты. Ну да. А что тебе? Длинная юбка, я не могу понять. Так, смотри, подожди, Лёнь. От всех да, участников. Тут и Ильяра, тут и Полина. Тут и все, даже те, кого там здесь нет. Да, это, говорят, мечта твоя за Хашане реверс на машину. На машину. Да, спасибо. Это, в общем, это я не знаю, что такое. Но это шикарная вещь, ребята. Это гидравлические тормоза. Опа. Полный комплект. Круто, а я кого-то буду бить. Я даже знаю кого. Ты как у нас самый этот самый. За объятие необъятного. Одна, два,
Вот. Сусанин номер один земли обетованной. Сегодня за Сусанин. Доказал. Да, сегодня он доказал. За покорение GPS-а. И за доброту и ласку. Это все, что нужно изучать после сегодняшнего маслюля. Да, да, да. Вот, ты перегрузил машину. Говорит. Спасибо, да. Я честное слово не ожидал. До 120. Я это представил в другом формате, я никогда... Свой день рождения с ним праздную, с большой я тоже это не представляю. Оказалось, да. Хотят тебя поздравить, мне поэтому мы и... Представляешь, Игорь, как мы все заинтересованы в твоем здоровье. Ложка-то есть. По два может взять, а так же. Чем медленнее режешь, тем у кого-то аппетит может. Только ты много не ложишь, чтобы нам хватило. Я ж ты сначала нам положил. Я думаю, что хватит. Кому? Вот, Лёнь, это все, что у нас осталось. Начальник хочет слово. Здравствуйте, чуть пожалуйста. Во-первых, не начальник. Поскольку вина мало, я постараюсь в одном тосте объять все. Несколько понятий. Объять все-таки не объять. Во-первых, я хочу выпить за прекрасную женщину, которая в нашем коллективе. И катается спасибо с нами, и которая... За женщину. И кормит. Всех перегадывает тебя. Как я подозреваю, понимаю, являлась духовным спонсором этого мероприятия. И, конечно, всех ее помощников домашних, которые таскали, которые были припаханы, резали, подготавливали. Возили. О, снимаешь? Ты снимаешь это? Вот, вторым, давай. Вторым тостом. Ребята, это из 10 пунктов. Вы наберите терпение. Мы экономим это вино. Я хочу сказать спасибо действительно всем вам, потому что я никогда свой день рождения не праздную. Ну да, год исполнится, ну еще год, ладно. Поэтому у тебя нет гидравлических команд. Чего радоваться? Эти годы обновить. В данном случае я очень рад, что так получилось. Большое спасибо всем. Будем кататься. Будем кататься, да. Не будет. Обсудим это сейчас. Партизан, ты чего? Не говори, затаил. Тут мы будущее справляем, а сегодняшнее есть. Я свою дату дня рождения со всех форумов. А Валь, почему она стерла? Со всех этих. И все равно это где-то проскакивает. А вот у нас есть скромный человек. Ну, Марина, за твое здоровье. Спасибо большое. Везде есть шпионы. Нам один год. Ты не понимаешь, праздновать хорошо редко, потому что иначе привыкаешь. Если бы той зелененькой лапши было. Ляша, не части, не части. Ляша, не отвлекайся. А Валька, это несправедливо. Почему тебе больше? Потому что я моложе. У кого моложе, у того и больше.